Минобороны России объявляет о плановых командно-штабных учениях, в которых примут участие 1-е и 2-е командование ВВС и ПВО Западного и Центрального военных округов. Маневры состоятся с 4 по 8 августа. Руководить ими будет главком ВВС России. Важная часть учений – это взаимодействие подразделений ВВС с частями противовоздушной обороны, размещенными непосредственно на полигоне «Ашелук». Во время маневров будут произведены многочисленные вылеты более 100 боевых самолетов ВВС. При этом летчики будут применять средства поражения воздушных и наземных целей в незнакомых для себя условиях.